И глядя на вас, таких красивых, умных, целеустремленных, я думаю только об одном. Чтобы спустя годы вы тоже, как и мы, старшее поколение, рассказывали своим детям и внукам, как строили свою независимую Беларусь. Как сохранили и приумножили наше национальное богатство. Как сберегли мир и согласие в обществе. Как гордитесь предками и бережете традиции. Рад, что вы уже включились в реальную жизнь, а не какую-то иллюзорную, которую порой нам пытаются навязать. Что многие из вас состоялись как молодые ученые, педагоги, врачи, производственники, активно реализующие свои таланты в культуре и искусстве. Особенно хочу отметить выпускников медицинских вузов, которые в экстремальной ситуации проявили себя настоящими профессионалами. В борьбе за здоровье человека смело плечом к плечу встали рядом со своими старшими коллегами. В сложный период показали, что отечественное здравоохранение, жизнь и здоровье людей, будущее страны, как и прежде, будут в надежных руках.